Бусидо. Путь воина. Ну а первыми на ринг выходит Йошихиро Такаяма и Грег Бобчак. Интервью, и Такаяма говорит: мне необходимо победить, и Канихари, кстати, тоже. Иначе у меня не будет шанса выиграть в финальной схватке. Даже не знаю, что сказать дальше. Желаю просто Канихари удачи, но я не хочу думать ни о чем плохом. Мало того, не хочу загадывать наперед. Я могу лишь думать о том бое, в котором мне на данный момент предстоит участвовать. Итак, Йошихиро Такаяма против Грега Бобчака. Вот он, американец Грег Бобчак. Ну а это Йошихиро Такаяма. Самый высокий боец Бусидо. Очень агрессивен, и его преимущество, вне всякого сомнения, это рост, длинные конечности, обладает очень хорошими ударами. Что же касается Бобчика, то он в прошлом очень сильный борец, и, естественно, у него силовое преимущество. Ему 29 лет, весит он 230 фунтов, а рост 6 футов ровно. В прошлом бою он победил Тома Бертона. Провел всего 4 схватки, и соотношение побед-поражений 2 к 2, то есть 50 на 50. Вот такой он Грег Бобчак. Йошихиро Такаяма, ему 27, весит он 240 фунтов, а рост 6 футов 5 дюймов. В прошлом бою он победил Хирамицу Канехару. 15 боев у него за спиной и только 5 побед. Ну что ж, Такаяме, мы уже поняли, только победа в этом бою открывает путь в финал и вообще хоть какие-то шансы на победу в финале юниорской лиги. Бой продолжается. Пока Такаяма в основном атакует только ногами, не давая приблизиться к себе Бобчику. Но вот у Бобчика прошел захват. Правда, захват не закончился ничем хорошим. Несколько раз Такаяма заехал по физиономии Бобчику коленом. Ну а здесь в захвате ног Бобчик в партере чувствует себя, конечно же, как рыба в японском море. Главное, чтобы эту рыбу не поймали. Основная задача. Такаяма очень хорошо технически подготовлен. Сейчас он с легкостью ушел от болевого приема, от захвата руки. И мало того, перешел в контратаку. Причем очень даже неплохую. Бобчику нужны канаты, конечно же. Очень неплохо контратаковал и перехватил инициативу Такаяма. И если бы не канаты, конечно, Грегу пришлось бы тяжело. Стало немножко понятно, как Такаяма будет вести этот бой. Конечно же, удары ногами. Вот его главное оружие. Попытка броска. Не совсем бросок этот удался. Разошлись наши бойцы
по разным сторонам ринга. И в очередной раз, посмотрите, удался проход Бобчику в ноги. Но сейчас как он будет выходить из этой ситуации и проводить болевой? Не очень опытен Бобчик. Вот его основная проблема. Конечно же, по сравнению с Такаямо. У одного 4 боя всего-навсего, а у другого 15. Здесь основная задача у Грега, конечно же, не пропустить выпад со стороны Такаямы, поскольку видели мы неоднократно, как Такаяма может атаковать. Опасно. Казалось бы, все, нет у него сил. Ан, нет. Вот вам, пожалуйста. Уже Такаяма на ногах. Колени сейчас будет включать или нет? Нет. Решил оставить это на потом. Тяжело очень бросать такую жердину, которая гораздо выше тебя. Но у Бобчика получается. Вы посмотрите. Я бы даже сказал, почти получается, потому что не до конца он смог прогнуться и перебросить через себя Такаяму. Разошлись соперники по разным углам. И можно продолжать. Ох, удар коленом. 2-3 удара прошли. Уже 4 у Такаяма. А Бобчику все нипочем. Смотрите, а? Здоров. Вот если сейчас Бобчик будет так бросать, он спокойно выкинет Такаяму за пределы ринга, туда, в район фотографов. Такаяма от греха подальше, правильно, дотронулся ногами до канатов. Немножечко сейчас передохнет и опять ринется в бой. Почему вот только сейчас, скажите мне, пожалуйста, когда такой хороший проход в ноги удался Бобчику, почему он не стал поднимать Такаяму и не раскручивает его? Сложно понять логику американского борца. И смотрите, Такаяма сейчас хотел провести болевой прием, а вместо этого в очередной раз перевернулся. Ну что же, еще раз удался бросок через себя Грегу Бобчику. Удастся ему руку заломать? Нет, не удается. Наоборот, у него другая была задумка. Сделать удушающий. Ой-ой-ой, как неприятно. Такаяме. Ну где канаты? Где канаты? Ну, не знаю, не знаю, друзья мои. Судья в данном случае, мне кажется, подыграл немножечко Такаяме, поскольку было лишь легкое касание, которое я бы не засчитал как именно точное касание канатов. А что там такое у Бобчика? Что там такое у Бобчика? Неужели травма? Неужели травма? Да, вы знаете, друзья мои. Пора вызывать 03. Да не этого парня, а 03 звоните. Вы посмотрите, сам себе, похоже, наносит травму Грег Бобчик. Вот его ноги, никто ему не мешал. Не может он сейчас встать с ринга. Такаяма победил. Ну и, естественно, теперь ему остается одно. Ждать и надеяться, что Канихара победит Лайдика. И тогда он сможет разделить с ним титул чемпиона. Не может сам уйти. Ой-ой-ой-ой-ой.